Это игра утром. Вот пастух выходит с дому. Поле пощупался. Земные, христовые, межовые, подселенные, заболотные, от чего взялись, от чего поднялись, или с испугу, или с переполоху, или с дурного слова, или в дурную минуту, как вам, баинам, медяным, христовым и межовым, подселенным, заболотним, ко белого свету не вскакать, не блятать, и в поле каменя не прихватать, не приглотать. И с неба звезд не сымать, по земле не совать. И солнце с месяцем не сымать, по земле не катать. И с Божьей Матери престол не сымать, ногам не шелгать. Так вам моих и слов не представлять, так, раба Божия, вот кого, на кого говоришь. Не сушите, не крушите, костей не ломить. Живота не шамить, буйные головы не ломить. Хоть бы походки не внимать, печенье и оденье не сымать. Сну в покое давать, с ума с памяти не сбивать, язычка не тымать. Вот так вот читаешь, и Бог помогает. Богу попросишь, просить надо Богу. Когда Богу попросишь, тогда Бог помогает тебе отгонить Господь. Такой молодёшенький, милый, девочка.
Аленочек. Никого ты оставил меня. Старик, я уплохонькую.
ты совет мой, Елена сыт, кому мне тебя отказывать? Ой, откажу свой дядю, хвостик беленький, а он на столицу вскочил, кусок сахара хватил. Там река глубока, а как на речке ныкнул танки, едет миленький, на палке штаны рваные, худые, ножки тонкие и кривые.